Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія Марини Шкрупська, я рада вас вітати. І сьогодні ми зустрічаємося з медиками нашої області і говоримо на тему, яка кричуща, яка хвилює всіх і, на думку медиків, трішечки роздута. Це захворювання на гепатит А. Говоримо сьогодні не про статистику, не про сумні факти, а про те, як застерегтися і про те, що з цим робити і що це за хвороба. З нами сьогодні гість студія Любов Качаліна. Це позаштатний дитячий інфекціоніст нашої області. Доброго дня вам. Доброго дня. Любов Іванівна, ви сьогодні перед ефіром дуже хвилювалися насамперед про те, що вас не питали за статистику, і запевняли нас, що це сезонне захворювання. Чому саме восени, ну зараз вже зима, але фактично осінь затягнулася по погоді, чому саме в цей момент говорять про загострення захворювань на гепатит? Добрый день, уважаемые телезрители. Значит, хочу сказать, что сейчас действительно наблюдается сезонное повышение заболеваемости на вирусный гепатит А. И для вирусного гепатита А характерна сезонность заболевания. И очень характерна именно осень, зима. То есть сентября, вот январь, февраль, это всегда бывает повышение заболеваемости на гепатит А из года в год. И мы такие, таких детей лечим, и взрослых, и детей, и это, так сказать, все спокойно переносится. В этом году почему-то возник такой ажиотаж, ну, может быть, потому что как-то одномоментно поступили больные, особенно взрослые, детей намного меньше у нас. Вот за последние вчера сутки и сегодня день, вот я уезжала с отделения, никто еще не поступил с вирусным гепатитом пока. Подозрительных у нас было буквально совсем мало детей, вот, и, в общем-то, подтвердился гепатит А, действительно, у этих деток. Чем же вызывается этот вирус? Этиология этого заболевания – это вирус, энтеровирус, который очень распространен в природе. Как же можно заразиться этим вирусом? Прежде всего, чаще всего, это водный путь заражения, то есть, пожалуйста, если вы пьете водичку или с крана, или же вы приобретаете разливную воду, пунктах разлива воды, конечно же, нужно обязательно кипятить. То есть никакие фильтры нас не защитят? Да, фильтры, абсолютно через любые фильтры, какие бы они там ни были дорогостоящие, вирус свободно проходит. Поэтому только кипячение 3-5 минут спасает нас от этого заболевания. То есть это обычная кишечная инфекция. Можно рассматривать так даже. Гепатит А – это обычная кишечная инфекция. То есть водичку кипятить обязательно. Обязательно термическая обработка и свежеприготовленную пищу кушать. Так, дальше, естественно, санитарные условия. Это мыть руки обязательно два раза под проточной водой с мылом, и вы защититесь, и никогда в жизни не заболеете этим заболеванием. А взагалі гепатит, для тех, кто не знает, что это за захворювання? Ну, это очень такое полиэтилологическое заболевание, может вызывать, то есть воспаление печени, если дословно перевести. Это воспалительный, это воспалительный процесс в печени. При этом увеличивается печень, может возникать безжелтушная форма, хочу сказать, может быть желтушная. Этиологии может быть очень много. Вот первая этиология – это то, что мы вами сказали, вирусный гепатит А. Но хочу сказать, что вирусный гепатит А – это всегда доброкачественное течение. Не дает тяжелых форм, очень редко тяжелых, я скажу потом позже, когда возникают тяжелые формы. Не дает хронизации процесса и, в общем-то, не дает никаких осложнений. То есть это как грипп? Ну, это, это кишечная инфекция, в общем-то. Кишечная инфекция. Я маю на увазі, що якщо його виявити і правильно лікувати, без всяких ускладнень. Доброкачественное течение. Может быть гепатит Б, да, это вирус гепатита Б. Это, конечно, очень серьезное заболевание, которое дает и тяжелое течение, и осложнение, и может дать хронизацию процесса. И у нас очень много стоят в реестре взрослые и дети на учете по хроническим гепатитам Б. У нас очень много таких больных в городе и области. Дальше может быть гепатит С, мы все его знаем, да, гепатит С тоже чаще всего хроническое течение, поражает печень, латентное течение, прогрессирующее, как называют его, ласковый убийца. Вот. И множество, может быть, других причин. Сейчас уже тесты нам позволяют установить причину. Это могут быть и вирусы
ТТ-вирус поражает, дельта-вирус, Д, Е. Каждый вирус имеет свою особенность и особенности течения поражения печени. И, конечно же, не забываем и ТОРЧ-инфекцию. Да, она сейчас очень распространена. Что это? Это цитомегаловирус, который передается воздушно-капельным путем и может поражать печень. И Эпштейн-Барр вирус. То есть, видите, сколько патологий, очень много вирусов. Но хочу сказать, вот этот А – это самое благоприятное течение, самые благоприятные исходы от этого заболевания. Что у нас будет болеть? Якщо ми все-таки схопили цей вірус. Ага, значить, прежде чем, ну от я вже сказала, фекальний оральний путь передачі, водний или пищевой. Да, ще хотіла сказати, що овощі і фрукти желательно, учитывая таку епідситуацію, епідсезон такий, конечно, нужно мыть охлаждённой кипячёной водичкой желательно. Если в воде есть вирус, вы моете фрукты, естественно, может быть заражение. Если вы заразились, инкубационный период от 15 до 45 дней. И вы никаких, абсолютно у вас ощущений нет. Затем наступает циклически развивающееся заболевание. Возникает преджелтушный период. Вот этот период, так сказать, в чем его особенность? Больной наиболее опасен для окружающих, потому что выделяет очень много вируса с мочой и скалом, но диагноз, скажем так, не всегда ставится правильно, не всегда можно сориентироваться. Какие же жалобы? На что оно схоже? Да. Чаще ставят ОРВИ, чаще всего. Потому что какие симптомы? Рвота, слабость, тошнота, боли в животе, может быть, слабость, какое-то такое, как гриппоподобное состояние, как будто бы даже и слабость, и, скажем, озноб непонятный, боли в суставах, такие летучего характера. А подвышение температуры? Обязательно, обязательно, потому что это вирус. Вирус, всегда попадая в наш организм, вызывает повышение температуры. Организм борется с этим вирусом, и, естественно, будет повышение температуры. Какой же анализ лучше всего сделать вот этот период, чтобы поставить, есть тут гепатит А или нет? Это мочу на желчные пигменты. Этот анализ только применяется как диагностический. То есть, когда мы не знаем, какой диагноз, еще желтухи, так сказать, нет, и мы можем поставить, там будет обязательно желчные пигменты обнаружены. Сейчас будет темнее, ніж зазвичай. Да, потом к концу преджелтушного периода, значит, на что нужно обращать внимание? Конечно же, цвет кожных покровов. Конечно же, икторичный склер может желтушность возникнуть. Дальше, обязательно, все правильно вы сказали, кал. Кал, билирубин, когда повышается в крови, стеркобилин попадает в кал, обесцвеченный кал. И темный цвет мочи, уробилин поступает туда. Тобто все навпаки стоит. Да, да, вот именно, совершенно верно. И, конечно, надо обратиться в таких случаях обязательно к врачу, и врач должен обратить внимание на размеры печени. Они, конечно же, будут к концу желтушного периода, и уже в желтушный период увеличен. Увеличена печень будет. И, конечно же, этого больного нужно госпитализировать. Дальше наступает желтушный период. То есть желтеют склеры, икторичность возникает, и желтушность кожных покровов. Чаще всего с лица начинается. Ну, тут уже диагноз налицо, да? Да, но в этот период, да, но в этот период больной уже меньше намного вируса выделяет и, так сказать, уже обсеменяет окружающих намного меньше. И тогда уже госпитализация идет, и мы обследуем. Какие же исследования делаем мы в таких случаях? Конечно же, наша задача посмотреть функцию печени, то есть сделать биохимический анализ крови. Билирубин, основное, да, если высокие цифры, это уже говорит в пользу гепатита А, и ферменты печени. Что они нам показывают? Есть ли разрушение печеночной клетки, или мы называем это цитолиз, да, и ферменты выделяются в кровь. Чем выше эти цифры, тем, конечно, хуже для больного. Вот, тем больше идет разрушение печеночной клетки. Вот. И, конечно же, мы определяем, берем кровь и определяем маркеры гепатита, вот которые я вам сказала. То обозначаем А, Б, С. Совершенно гепатит. Верно. Это основные мы определяем. Вот. У всех наших больных был обнаружен вирусный гепатит А. Вот. Потом идет у нас уже, так сказать, реконвалесценция, ребенок выздоравливает. Значит, как острый процесс? До 3 месяцев. Болеем. Но может быть и затяжное течение. Очень редко, но бывает. Там до 3, дальше до 6, до 8, до года. Но все равно это благоприятное течение. Вот наши детки тяжелых, что-то СМИ написали, что у нас тяжелый ребенок, у нас ни один тяжелого ребенка не прошло. У нас легкое и среднее тяжелое течение. Хочу сказать, что очень много безжелтушных форм.
безжелтушный фор, то есть больной вообще не желтеет и переболевает этим заболеванием. Очень много абортивных, субклинических форм. То есть вы переболели этой инфекцией, и вы даже не знаете, что вы переболели. Была немножко субфебрильная температура, слабость, скажем, какая-то боль в животе непонятная. Вы думали, подумала, что мы на что-то наказили. Совершенно верно, совершенно верно. И все, и вы не обследовались ничего, а вы переболели этой инфекцией, являетесь источником инфекции для окружающих, но вы эту инфекцию перенесли. Уже очень много. Легкая... А від чого залежить, чи легка течія хвороби, чи складна? Ну, от очень многих факторов. Прежде всего, от той дозы, которую вы получили вируса, обязательно. И вашего состояния печени вашей тоже зависит, как здоровая печень или нет. Вот, говорят, тяжелые формы, это чаще болеют те, скажем, кто страдает хроническим алкоголизмом, взрослые, да, конечно, очень тяжело протекает. Или же хронический гепатит B и C. И вот еще наслоение еще одного вируса может дать тяжелую форму. Вот. Но у детей пока, в общем-то... А люди, в яких хронічні хвороби не інфекційні, а, наприклад, холецистит? Конечно, совершенно верно. То есть, какая-то гастроэнтерологическая патология. Uh-huh. Совершенно верно. Гастродуоденит, желчекаменная болезнь. Конечно, эти больные будут тяжелее приносить это заболевание намного. Ну, ваших пацієнтів, Богу дякувати, не буває таких хронічних захворювань, як... Гепатита А нет. Так. Гепатита А нет. Тому що в дітей ще з цими органами все більш-менш нормально. В основному, да. Основна маса, так? Да. Ну, є хронічні гепатити Б, С, но, скажем, їх не так много. У взрослих все-таки більше. Количество намного. Вот, это есть, що там потрібно для успішного і найшвидшого вилікування? Ну, конечно же, нужна, значит, что хочу сказать, обращать врачу, надо как обращаться к врачу как можно раньше. И доктор решает, понимаете, как быть, потому что это заболевание 50% это легкое течение, хочу подчеркнуть, 50% легкое течение. Вы можете, если есть возможность изоляции, может быть, даже и дома пролечиться, понимаете, как сейчас в КИЗах есть и семейные врачи, инфекционисты могут пролечить, но чаще всего желтушный фор, конечно, обращаются. Смотрите, какие трансаминазы, если высокие, то, конечно, лучше лечь и уже получить стационарное лечение. Стационарное лечение до 20 дней. Все зависит и плюс, как восстанавливается печень. Может быть, даже и раньше. Если трансаминазы нормализовались, функция печени нормализовалась, то может даже и раньше. Тобто, якщо медикаментозно лікарі допомогли, конечно, так, печень і... восстановилась, и, пожалуйста, диета обязательно. Диета обязательно, чтобы больной соблюдал диету, это тоже очень важно. Вот. И постельный режим желательно, потому что постельный режим улучшает кровоснабжение печени, и, естественно, печень быстрее выздоравливает. Так что и водный режим, тут все очень важно, и водный режим, вот, и питание, и, в общем-то, особо лечить это заболевание, вот хватать и лечить массивно нет, потому что это идет благоприятное течение, и чаще всего больные выздоравливают. Чи бувають, в яких випадках можна, ви казали, що є безжовтушний період, так, і можна не визначити гепатит А. Але чи є геть такі вже випадки, коли люди не звертаються до лікарів чомусь? Да, есть такие случаи, не обращаются, потому что не всегда вот желтушный у нас поступает и на четвертые, и на пятые сутки уже, то есть не обращаются к врачу, занимаются самолечением, это, конечно, не очень желательно, потому что нужно определиться, что же у вас. Не забывайте, что там может быть гепатит И, Б, понимаете? Поэтому такие случаи нужно обязательно дифференцировать, если это А, то уже, я считаю, что нужно более спокойно относиться к этому заболеванию, потому что оно всегда протекает, хочу повторить, благоприятно. И больной все равно выздоравливает, и все будет хорошо. Печень восстанавливается очень быстро. А что вы сказали щодо диеты? Что это за диета? Ну, диета прежде всего, это раньше было по Певзнеру, пятый стол мы назначали. То есть это углеводы, печень любит очень углеводы, это каши. Нежирная пища должна быть, белковая, белка тоже нужно давать, скажем, 100 грамм мы даем твердого, скажем, творога нежирного, 100 грамм где-то положено, печеные яблоки, фрукты, пожалуйста, точно такая вот растительная диета, и каши, супы овощные. Тобто не навантаживать печень. Конечно, немножко дать покой печени, совершенно верно. Это тоже будет способствовать выздоровлению быстрому ребенка. Поэтому все вместе приводит к хорошему результату. Якщо, яка вирогідність того, що зараз це вся сім'я, якщо хтось один має гепатит? Вот, хороший вопрос, спасибо. Потому что очень много у нас случаев получилось. Ну вот, в частности, у нас детки лежат, заболела первая мама.
да, заболела первая мама, мама лежит в инфекционной больнице. И через какое-то время уже прошло, там, 2-3 недели заболевает ребенок. Это говорит о том, что не соблюдался санэпидрежим в семье. То есть не мылись руки, понимаете как? Очень важно приучить, так сказать, гигиене с самого начала детей и взрослых. И это все способствует распространению инфекции. Если семейный очаг, значит, вы понимаете, о чем я говорю. То есть надо обязательно и пищевые продукты термически обрабатывать, обязательно мыть руки и водичку кипятить, и убирать, ну, там, хлорсодержащими, и дверные ручки мыть, и туалет. Якщо хворіє дитина, то мама не може не спілкуватися з дитиною, так, і частіше, особливо з маленькими дітьми, у вас у відділенні мами знаходяться. Конечно. Поруч. Хочу, вот, хочу сказать, что до 12 месяцев дети не болеют гепатитом А, потому что мамы им передают антитела к этому заболеванию с грудным молоком. А, тобто, якщо мама хворіла. Конечно, совершенно верно. То ребенок до 12 месяцев не заболевает этим заболеванием. Угу. После 12 он может заболеть. Поэтому очень важно больного изолировать, то есть воздействовать на источник инфекции. Заболел больной, конечно, его лучше положить в больницу, однозначно. Изолировать, во-первых, его, чтобы для окружающих не заражались, и чтобы он получил лечение. Это очень важно. И на пути передачи, да, то, что я сказала, водный путь передачи, пищевой, фекально-оральный путь передачи. И дальше, как мы можем заразиться с вами или нет, да, возникает вопрос угу. первый. Как? Конечно же, гигиена, как при кишечной инфекции. Все нужно обязательно обрабатывать, руки мыть и так далее. Своя чашка, тарелка, да, ложка. Да, но есть и специфическая, ворогу. Совершенно верно. И есть специфическая профилактика, вакцина. Есть угу. вакцина от этого заболевания, называется она Хаврикс. Она дает стойкую защиту от этой инфекции. Вот. Прививаются дети и взрослые, причем двукратно. Вторая прививка через 6 месяцев, через 12 месяцев. И она дает защиту на 20 лет. В этой инфекции вы не заразитесь. Ну, пока я вот не знаю, есть сейчас Николаевск. Да. Зробили щеплення і 20 років не думаєте, да, про, да, гепатит. Так, да. Як говорять больні, можна мити, не мити руки. І все буде хорошо. Так, звісно, руки треба мити, звісно, але це дасть вам защиту на 20 років, ви не заболієте. Робити, чи буде діяти це щеплення, от, наприклад, зараз? Да. Ну, якби... Да. Коли там розповсюджена ця хвороба сезонно? Да, можна прививатися. А якщо в сім'ї хтось захворів, чи допоможе щеплення іншим? Поможе, звісно, потрібно прививатися. Да, це вакцина допоможе. Вона дає готові антитіла від цієї інфекції. Якщо ви навіть заболієте цією інфекцією, то ви заболієте не тяжело. І може бути взагалі стерта форма. А якщо ми зараз в інкубаційному періоді, наприклад, я говорю, якщо ви заболієте, то ви заболієте не тяжелою формою. Угу. Ви поняли? Или легке тобто течение. Воно обриває цей процес, тому що там вже готові антитіла. Тобто не защита, да, защита є від цієї інфекції. Ви отримаєте пасивний імунітет. А де шукати цю щеплення? Ну, і куди звертатися? Да, в обласну больницу, там є обласний імунолог, і от імунологи, вони знають, є вона чи ні. Ну, я знаю, що ні, може, зараз вже отримали, але просто я слышала, що вже прививаються від цієї вакцини, тому, будь ласка, ну, можна і не прививатися, не обов'язково це спасіння, просто, як від кишечної інфекції, мити руки і пити кип'ячену водичку, це найголовніше. Угу. І ви не заболієте цією інфекцією. Чи впливає якось загальний імунітет на захворювання? Звісно. Якщо у вас хороша імунна система, то, звісно, ви принесете більш легко це заболівання. Якщо у вас ослаблений імунітет, ви чим-то болієте, у вас якісь хронічні заболівання, то, звісно, ви тяжелее принесете це заболівання, як любое друге, як любое друге заболівання. Медикаментозно це захворювання лікується тільки в стаціонарі, чи потім ще продовжується лікування? Ну, ми обычно назначаємо. Там йде уже реабілітація, ми назначаємо там препарати, все індивідуально. Там доктор смотрит, или гепатотропна терапія треба, назначати не потрібно. Все по показателям ми смотримо. Дієту, звісно, продовжуємо ще не далі, залишаємося на дієті. І рекомендуємо там уже далі санаторно-курортне лічення, якщо це необхідно. Вже доктор назначає далі. Кожному ребенку індивідуально. Ті діти, які зараз знаходяться у вашому відділенні, скільки вони знаходяться і як протікає їх захворювання? Ну, в середньому виходить, хто 10 днів, хто 15, хто 20. Тому що течіння в основному легке, а середнє тяжеле. Тому ми нікого не задержуємо зараз дітей. Якщо ребенок абсолютно нормальний, жалоб нет, уже желтушність ушла, показатели печеночные, трансаминази нормалізувалися, там може бути повышение в 2-3 рази, це допустимо, ми виписуємо, звісно.
А через який час проходить ця жовтушність? Чаще всего около 10-15 дней, и все нормализуется. Главное соблюдать водный режим, чтобы ребенок оправлялся, мочился хорошо. Там, если необходимо, мы капельницы назначаем. Если нет, назначаем оральную регидратацию, то есть назначаем растворы специальные. Все, желтушность быстро уходит. Очень важно в этом плане. И дети быстро... Ну, те, що ви говорите про профілактику, це про миття рук і дотримання правил гігієни, те, що це дієво, можна сказати по тому, що скільки людей у вас працює в відділенні, так? Ніхто у нас ще не заболів. Ніхто ще не захворів. Не заболів, ні кишечна інфекція не заболів, ні капельна інфекція, ні от кисточки гепатитом А. Пока. Саме головне – захистити себе. Знать, понимать, как надо защитить себя. Средства защиты должны быть обязательно. В різних інтернет-ресурсах була різна інформація. Спочатку зараз не про кількість захворівших, а про джерело захворювання. Перше, про що говорили, це про очищену воду. Так? Не будемо називати що, як. Пізніше з'явилася інформація, що гепатиту А не виявлено в пробах води, так. А виявлені інші захворювання, інфекції. Що це за інфекції виявлені були? Ну, то, що було, да, в средствах масової інформації. Хочу сказати, що цим займається Держпродспоживслужба. Вони набирають проби води. Это их работа. Мы, конечно, этим не занимаемся. Мы, у нас лечебная Але работа. Але я спитаю, як інфекціоніст, да. Що це за інфекції виявлені? Виявлен аденовірус і ротавірус, то, що пишуть СМІ. Да, я читала, поэтому вирус гепатита А не вылен. Поэтому я еще раз подчеркиваю, кипятите водичку, где бы вы ни брали, живая, чистая вода, чтобы там не писали объявления, вы сами понимаете, это разливная вода, в каких емкостях она перевозится, как они обрабатывают это, вы ничего не знаете. Поэтому любую водичку нужно кипятить. То ли с крана, где бы вы ни брали воду, ее обязательно нужно кипятить. Термическая обработка должна быть. И это вас спасет от очень многих заболеваний, и ваших детей. А ротавирусная инфекция и аденовирусная – это також инфекции, так, которые передаются? Это вирусы, да, это вирусы, это все вирусная инфекция. Поэтому, говорю, нужно обязательно кипятить. А при кипячении эти все возбудители, они погибают. Поэтому только кипятить нужно. Коли закінчується оцей сезон гепатиту А? Сезон вот должен, январь-февраль должен закончиться. Угу. Обычно вот осень, зима, ну где-то до февраля месяца, и все должно утихнуть. Ну и плюс зависит от того населения, как они будут... виконувати санепідемічні. Взагалі то ми звикли, свої... що інфекції полюбляють високу температуру і так організм бореться нас інфекція, любої вірусної, бактеріальна, ніякого інфекційного заболівання не може бути без температури. Поэтому должно Я маю на увазі, що інфекції взагалі то полюбляють розповсюджуватись при високій температурі на вулиці. При вологості. У каждого своя температура виживання. У каждого інфекції своя температура виживання і благоприятна температура для розмноження, так сказати. Но ми живемо з вами в інфекції, вірусної, бактеріальної. Нас вона окружає, хотим ми того чи ні. Так що ми повинні розуміти і захищати себе. Тому нам ніколи не можна розслаблятися, а у наших інфекціоністів завжди, на жаль, буде робота. Так. Так? Бо, да. По-перше, робота їх попереджати про те, що треба сторонитися інфекції вірусів, перш за все, за допомогою миття рук і дотримання особистої гігієни. Так? Звичайно. Дякую вам за надану інформацію. І я знаю, що на вас чекають ваші пацієнти, Спасибо. Тому що крім профілактичної роботи, в нас ще є основна робота. З нами сьогодні була Любов Качаліна. Це позаштатний інфекціоніст дитячий та завідувача відділом інфекційної дитячої лікарні. Дякую вам. Наснаги вам в роботі. Ви здорові. Вашим пацієнтам, а нашим глядачам побажаємо міцного здоров'я, сторонтеся вірусів і мийте руки. До побачення, до нових зустрічей.